Всем привет, с вами Интересное ТВ, меня зовут Дмитрий, и сегодня я вам покажу, как можно сделать вот такой вот попрыгунчик в домашних условиях. Итак, для приготовления нашего попрыгунчика нам понадобится спирт или водка, вот такой вот клей, сосуд какой-нибудь, где мы будем приготавливать наш попрыгунчик, вода и ложка для того, чтобы все наше перемешивать. Итак, для начала мы должны налить в наш сосуд, где мы будем все готовить, клея. Берем и наливаем. Чем больше у вас будет клея, тем больше у вас будет попрыгунчик. Далее закрываем наш клей. И добавляем наш спирт или водку. Добавляем примерно в пропорции 1 к 4, то есть у нас 4 должно быть клея и 1 водки или спирта. Далее мы это все начинаем перемешивать, пока у нас не начнет образовываться вот такой вот комок. Далее в смесь, которая у нас получилась, добавляем воду, тоже в пропорции 1 к 4. И опять же все перемешиваем. От воды наш клей приобретет белый оттенок. После того, как наш клей приобрел белый цвет и стал полным комком, мы должны его достать и начать превращать его в форму шара. Достаем и начинаем катать в руках. При этом мы должны выжимать воду, всю, которая тут есть. Когда вы будете придавать клею форму шарика, немного смажьте ваши руки водой, чтобы клей не приставал к вашим рукам. При этом, когда будете очень сильно крутить наш шарик, у вас на руках будет появляться вода, потому что из нашего шарика будет выделяться влага и спирт. Ну вот уже какой у меня шарик получился. А теперь мы его должны оставить сохнуть. Итак, прошло примерно 3 часа, наш попрыгунчик уже стал немного тверже, и он у нас уже как бы резиновый. Сейчас я вам покажу, на какую он высоту прыгает. Прыгает он не так высоко, как магазинный попрыгунчик, но в принципе я считаю, что это довольно-таки хорошая замена магазинному попрыгунчику. Но если вам понравилось видео, почему бы не поставить лайк и не подписаться на канал. Всем пока! We'll be right back.